Для детей Анадрия и их родители провели семейный праздник «Рождество Христово» в музее. Событие получилось по-настоящему рождественское и объединило более 80 семей. Это праздник радости. Господь рождается в Вифлееме для того, чтобы даровать нам вечную радость, вечное спасение. Большой православный праздник отметили в музейном центре наследия Чукотки. Там прошло мероприятие «Рождество в музее». Праздник семейный, и отметить его пришли семьями. Сначала все собрались в зале коворкинга, где разделились на 5 команд по цвету билета. Каждая команда попала на свою площадку. Где-то танцы, где-то будут учить колядки, где-то будут учить сказку. А через 30 минут мы соберемся опять в этом зале. И то есть уже то, что дети выучили на каждой из своих площадок, они покажут. То есть вот в этом и будет заключаться именно семейное мероприятие. То есть всей семьей и родители будут участвовать, и детки. На одной из площадок изготавливали открытки своими руками. Для детей это не только творческий конкурс. Там они могли написать свои пожелания. А еще это отличный способ самовыражения. Мне очень понравилось то, что тут можно проявить свою фантазию, как бы и разукрасить то, что я люблю, как бы рисовать. И можно было разукрасить или самим как придумать. Я пришел с мамой, делал открытки. Надеюсь, они кому-то попадут, и кто-то получит то, что я написал. Счастья, радости всем. Через полчаса все собрались снова в зале коворкинга, чтобы посмотреть результат своих работ. Семья – это одна команда, а участие в мероприятии приняло более 80 семей. Интересное мероприятие. 5 площадок работает, и сейчас мы все посмотрим, как все подготовились. То есть это были в основном творческие задания. Но этот праздник семейный, поэтому каждый раскрылся в своей стезе. В финале все команды выступили и показали отличный результат. Было душевно и увлекательно. Всероссийский проект «Всей семьей» приурочен к наступившему году семьи, который объявил президент нашей страны Владимир Путин. Кристина Мовчан, Александр Кузьминов, «Вести Чукотка».